Друзья, всех приветствую вас на своем канале «Деревня в Подмосковье», и сегодня у меня для вас есть две новости. Первая новость. Первая новость больше для дачников, для проживающих в деревне и тех, кто имеет загородные дома. Если вы используете дачные уличные туалеты, выгребные ямы, бетонные кольца, то для вас это будет интересно. Сейчас я готовлю ролик, где расскажу о септиках, которые я себе установил. Расскажу о разнице септиков, почему я установил данный септик. А главное, в конце ролика вы узнаете, что на данный септик, если вы позвоните по промокоду «Деревня в Подмосковье», вы получите 15% скидки. Еще раз говорю, 15% на септики. Не все модели, но как вариант, может быть, вы получите 15% такой, как у меня. Это была первая новость. Перейдем ко второй новости. Итак, вторая новость. 13-14 декабря компания Google заявила о том, что будет происходить чистка неактивных подписчиков. Что это значит? Это, друзья, значит то, что, скорее всего, у многих из нас, у вас или у ваших знакомых уменьшится количество подписчиков. А уменьшится потому, что люди когда-то зарегистрировались, но не пользуются каналом и не просматривают видео. Естественно, YouTube от таких подписчиков избавляются, и, как правило, число подписчиков у всех начинает изменяться. То есть многие из вас заметят, что начиная с числа с 12, 13, 14 идет попеременное изменение числа подписчиков. Их то больше, то меньше. Ну, больше, как правило, не становится, уменьшается. Какая-то часть возвращается, но какая-то часть, конечно же, пропадает ваших подписчиков и уже никогда не вернется. К сожалению, но увы, это так. Поэтому такие две интересные новости. Но не забывайте, если вам интересен септик, ждите следующее видео, и вы о нем узнаете очень много интересного, а главное, сможете получить скидку. Итак, до встречи в следующем видео.